Вау. Она большая. Класс. Она небольшая, она тебе как раз. Она сейчас по скидке 1700 стоит. Что, будешь брать? Мама, она небольшая. А вон, посмотри, тут еще другая есть. Вот здесь. Вот, видишь, она здесь маленькая. На, возьми, Милан, я ей пока покажу шапку. Это маленькая, наверное, будет тебе. Лучше мама, пускай большая Регин. Будет. Нет. Пускай лучше большая будет, Регин. Это маленькая, уши, видишь, открытые. Вот это как раз тебе. Она и на следующий год тебе будет хорошо. На, держи. Для маленьких уже все. Вот пришли мы в детский мир за 4000 по скидке. Сейчас здесь, смотри. Здесь с котиком. Есть с котиком и с штанишки с елочками. А есть еще здесь какой-то был. Посмотрим. Еще какой-нибудь есть? Вот, смотри. Вот про этот я говорил. Вот, тоже котик и клетчатые штаны, видишь? Но он один. Вот, как раз твой размер один остался. Большеватый, правда? А, 164, это на меня, бля. А вот снизу еще висят. Ну, мам, давай ты себе возьмешь 164. Тоже 164. 164, это большие размеры. А сколько стоит? 5199. Тоже все большие. Поставили елку, сейчас будем наряжать, да? Оделись девчонки в пижаму, практически одинаковые штаны. Артем у нас тоже оделся, у него тоже штанишки такие вот. Класс. Да. И бодик у него такой Крисмас, Мэри Крисмас с оленем, да, Тём? Дед Морозик наш с мешком игрушек. 2, 3. Морковки папа с работы принес, да? Подарили подарки там. И коробку с конфетами. Вот. Игрушка такая мягкая. Морковка. Огромная. Размером с Артемку. Да? Во. Можно даже сфотографироваться. Сейчас же год зайчика. Год зайчика. И у нас морковка, да, Тём? Я забыла уже все. Thank you.
Коля принес с той морковкой, которую я вам показывала, еще вот такие вот подарки. Получается, конфеты. Тут, в принципе, одни конфеты были. Вот, Регина сейчас складывает. У Миланы такой подарок, у Регины. И еще и Артемке дали. Но Артемке, конечно же, рано конфеты есть. Так что мы передарим один подарок нашему братику, да, двоюродному Регину. Так что конфет очень много. Конфеты всякие разные. Наш тут рахатовский. В основном, да, все рахатовские, получается, разнообразие вот такое вот у них. Ну вот, я конфеты не ем, у нас только Коля чай пьет с конфетами, ну и девчонки иногда кушают. Очень классная такая пижамка, классная у Регины, конечно. Покупали мы ее в Gloria Jeans, это, кстати, 116 размер, но ей прям хорошо, прям по ногам все прям классно. Вот такой вот, в общем, подарок, символ этого года. Они помещаются, да? Все конфеты туда. Такая вот у нас вазочка. Вообще не вазочка, это я для цветов покупала, но потом подумала, что это маловато. Такая вот вазочка маловато, и мы ее для конфеток, в принципе, возьмем. А Милане я покупала в Детском мире, кстати, пижаму. Такая вот у нас пижамка. Да, Регина? Ну-ка, вон туда отойди, покрутись. Туда. Ага.